Сегодня Михаил Игнатьев встретился с известными в республике учеными, инженерами, врачами, учителями, строителями, деятелями культуры и искусств. Они посвятили профессии не один десяток лет, и, невзирая на возраст, многие продолжают трудиться до сих пор. На чашку чая ветеранов глава Чувашии пригласил в Национальную библиотеку. Поздороваться с каждым лично и пожелать бодрости духа. Михаил Игнатьев, едва зайдя в зал, сразу дал понять, общение будет неформальным. Правда, совсем отходить от цифр в разговоре все-таки не стал. Глава Чувашии отметил, на социальную политику в этом году направили более 14 миллиардов рублей. 1 600 000 000 рублей из этой суммы пошли на ежемесячные выплаты ветеранам труда Чувашии. Кстати, в нашем регионе с 2012 года это звание присваивается еще и с учетом трудового стажа. Были ваши просьбы со стороны ветеранских организаций, чтобы мы присваивали наших тружеников от трудовой деятельности. Могу вот ответственно доложить, 67 тысяч вот этих решений принято, и люди, которые трудились поте лица, около станка, поле или, значит, других организаций, получили эти звания, сейчас 1100 рублей ежемесячно они получают. Сидящих за круглым столом известных ученых, врачей, учителей, деятелей культуры и искусства на встрече в Национальной библиотеке не раз называли «золотым фондом» и «капиталом региона». Несмотря на солидный возраст, многие продолжают трудиться. Заслуженный изобретатель республики, председатель Совета директоров НИИРа Годан Дулиман вручил Михаилу Игнатьеву сборник своих работ. Правда, не научно-исследовательских, а творческих. Года Семенович пишет стихи и сказки для детей. Подобные чаепития, отметили ветераны, вдохновляют на новые свершения. Я, как литератор, например, очень получил социальный заказ на новые произведения, можно сказать, и песни, и стихи, и поэмы, и произведения других видов. Так что будем работать. На встречу с именитыми ветеранами пригласили и детские коллективы. Они устроили для гостей настоящий концерт, а заодно вдохновили сами. Ведь сохранять активную жизненную позицию в солидном возрасте дорогого стоит. Евгения Зиновьева, Семен Антонов, Вести, Чебоксары.